множество людей, радостное настроение и замечательная концертная программа. Брещане целыми семьями пришли сюда для того, чтобы встретить самое первое, долгожданное яркое событие наступившего лета. Руководитель города Александр Рогачук в торжественной обстановке дал старт первому в истории города масштабному конкурсу ландшафтного искусства «Город-сад». Мы отдаем себе отчет, что развитие города – это очень сложный процесс, и можно построить хорошие, красивые здания, но без ландшафта, без озеленения это будет не до конца город, о котором мы мечтаем. Поэтому наша задача – привлечь лучший республиканский, а может быть даже уже и мировой опыт озеленения городов, ландшафтного оформления городов, чтобы воплотить это в Бресте. Некоторые объекты, я не сомневаюсь, станут знаковыми для нашего города, которые мы уже сделали в рамках этого конкурса. На протяжении 5 дней жители и гости города окунутся в прекрасную атмосферу яркого и цветущего марафона. Участники обещают удивить проектами современных достижений ландшафтного искусства, познакомить с самыми новыми идеями и технологиями в озеленении и благоустройстве. Кроме того, желающих пригласят на увлекательные семинары и мастер-классы. Также, благодаря проекту, наш город получит новые точки притяжения, станет еще лучше и красивее. Самым масштабным событием конкурса станет выставка-ярмарка «Садовый маркет». Организаторы обещают разнообразную программу и множество впечатлений. Предложение по самой идее было от губернатора нашего, Шулейко Юрия Витольевича. Предложил, мы поддержали эту задумку. Ну и вот воплотили через год, получается. Изначально как бы подразумевалось, что это будет постоянный ежегодный конкурс. Другой вопрос, еще не определились. Также может быть, как Берестейский сани, этот будет конкурс двигаться по Брестской области, по нашим всем городам. Либо останется в Бресте, это все решит городские и областные власти. А пока в парке проходит последнее приготовление конкурсантов, участников самой красивой и притягательной номинации «Фестиваль цветов». Сотни цветущих и зеленых саженцев, как пазлы, складываются в узорчатые клумбы. Их обрамляют декоративные украшения и камни, ждут своего часа мини-фонтаны и причудливые архитектурные формы. Брещане заинтригованы и планируют посетить как можно больше мероприятий. Такие мероприятия нужны, то есть это сплочает, объединяет, поэтому мы только за. Это все прекрасно и хорошо, все расцветает, и люди радуются жизни. Всей семьей придем любоваться, дети будут смотреть. Это говорит о том, что власти города работают над этим и организовывают такое. Это очень хорошо. Конечно, можно выйти, посмотреть, что-то новое увидеть. Веселей жить, забываешь про все жизненные заботы. Организаторы приглашают всех разделить радость от наступившего лета и стать гостями фестиваля ландшафтного искусства. В свою очередь, телекомпания БУК ТВ, как информационный партнер конкурса, обещает держать вас в курсе самых важных и ярких событий. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК ТВ.